Следующий бой крутой сегодняшнего вечера. Подстреленный ведущий анонсирует. Из левого угла прямиком с молниями, гробами и всем, чем только можно на своих вальгалах или валхалах прибыл Рагнар. Поаплодируйте ему, вот он стоит. Давайте погромче. Справа от него нехлеще парень закончил воинскую службу по прозвищу Разведка. Поаплодируйте ему. Я так честно вынимаю стрелу. И начинаем этот поединок. Я повешу вот здесь на канате. Верни реквизит. Хорошо. Парни на середину. Вы крепкие парни, это уже вес потяжелее, так что помните о серьезности своего поединка. Правила помним, не нарушаем. Слушаем меня внимательно, уважаем друг друга, если честно. Руки пожали! Это супербой! Стрелка! Готов! Готов! Все, поехали! Давай, Жека! Красавчик, Жека. Занимай сверху, занимай. Сядь его голову. Сядь. Песок в глаза. Прижми его, Жека. Следующий бой, шаурмист. Шаурмист, давай, ты против кого тут? Ничего не понятно. Захар, давайте экипировку, ребята, одеваем, готовимся, идете следующее. Стоп, не двигаемся. Песок, промыть глаза и вернуться в ту же позицию. Вот, у тебя нормально все? Промой глаза и в ту же позицию. Глаза закрой. Лучше на лицо, не на лысо плевать. Доктор! Доктор! Не открывай глаза, не открывай. А что, доктор? Не открывай, ну, пускай открывай, поможет, он уже знающий наш человек. Давай, подожди. Вот сейчас. Да не открывай. Хорошо, что я тебе больше бандажу. Запрокни голову. Запрокни голову. Все, давайте, заканчиваем. Вячеслав! Не надо так делать. Да, я тебе выдам. Что-то новое. Говорят, голову опустить можно. Так не делай. Нормально? Вниз. Занимай позицию сверху. Обхвати его. Готовы? Ой! Отожми голову, отожми. Вот. Жека, прижми, прижми его, чтобы он ничего сделать не мог. Встаньте и нормально. Работает. Ножки шире видите. Левый. Побей, побей, потом бей. Разведка, вспомни пару секретных приемов, которые тебя учили в армии. Левой рукой. Вот это правильно, да. Жека, шею не отдавай. Корчатки не хватает. Вот, хорошо. А теперь души. Сука. Хрипит, блин. Ногу закинь. Приворачивайся, давай, терпи. Терпи, сказал Глеб, и понял, как хорошо, что меня там нету. Стоп! Все. На середину! Крепкие парни, не держи, физическая сила! Сюда! И победа! Пошли-ка туда руки! Ну что, давайте, парни, сюда, скажите пару слов! Залезайте, давай! Разведка, родно! 4.52. Что первое? Я помню. Туда, пацаны. Давай, ты там. Давай, туда. Все прикольно, спасибо. Всем. Короче, всем спасибо, не знаю, что сказать, все круто. Все, отлично, отдыхай, завтра классный. Посмотришь бой. Соперник классный, все. Отдохнешь, завтра попробуешь свои силы, давай. Нормально. Бой был нелегкий, для тебя нормально. Рагнар, давай. Всем привет. Я из Симферополя. Да. Клуб Борода Джим. Приходите на кроссфит. Чемпион вас хочу. Занимайтесь кроссфитом. Еще скажешь пару слов? Прорекламируй еще что-то, давай. Кроссфит работает, 2 года занимаюсь с тренером, Фирача. Я люто занимаюсь, постоянно. Кроссфит, борода, джим. Приходите в вечерние тренировки. Молодец. Давай поаплодируем, парни! Кто хочет быстро подогнать свои парни, стать здоровым, сильным, только кроссфит. Лучший вариант.